Классическую трагедию Шекспира «Гамлет» переводят на десятки языков и ставят по всему миру. Теперь у нее появилась и тибетская интерпретация. Новую постановку с яркими отсылками к традиционной культуре региона подготовили выпускники Шанхайской театральной академии. 2 года назад «Гамлет» на тибетском языке стал их выпускным спектаклем. Этой весной молодые артисты показали местной публике обновленный вариант постановки, обогатив его свежими впечатлениями со своей малой родины. За последние 2 года мы превратились из студентов в молодых актеров благодаря практическому опыту и совместной работе. Коллеги по труппе добавили в наше выступление уникальные техники и выразительные средства. Вместе мы учимся новому и растем над собой. Шанхайская театральная академия уже более 60 лет набирает студентов из Тибета с выдающимися актерскими способностями. После обучения они становятся послами искусства и культуры региона. Так появилась и адаптация «Гамлета». Молодые артисты интерпретировали классику мировой литературы сквозь призму тибетского языка, поэзии и музыки. Возможности тибетского языка невероятно широки. Хотя действие пьесы происходит в Дании, мы были уверены, что сможем поставить «Гамлета» на нашем языке. Наша постановка включает в себя элементы тибетских эпических поэм, пения и танцев. Во время гастролей по Китаю новая версия классической трагедии получила признание как среди профессиональных критиков, так и среди обычных зрителей. Тибетская публика была в восторге, увидев пьесу на нашем языке. Наибольшее впечатление она оказала на молодежь. Некоторые зрители даже спрашивали, можно ли сделать театральную постановку на основе эпоса о царе Гесаре. Дондруб Церинг считает, что ему повезло начать актерскую карьеру с «Гамлета». Молодой артист хочет и дальше рассказывать о тибетской культуре на языке театральных постановок, создавая новые интерпретации классических пьес.